В Химках отметили Международный день инвалидов. На сцене молодежного центра «Восход» творческие коллективы округа показали свои лучшие вокальные и танцевальные номера. В зрительном зале химчане с особенностями здоровья и представители общественных организаций. Светлана Борисенко возглавляет Химкинское отделение Всероссийского общества инвалидов больше 25 лет. За это время женщина стала живой легендой. Несмотря на болезни и трудности, она доказала, что всегда можно быть активным человеком. Ее подопечные не пропускают ни одно городское мероприятие. И мы всегда ощущаем нашу заботу, нашего города, наших депутатов, наших помощников, которые помогают нам. Да, тяжела наша жизнь инвалидов. Нам нужно ведь не только и свое здоровье, но и внуков воспитать, и пора внуков. Поздравили гостей праздничного концерта сотрудники администрации городского округа. Перед вашим мужеством, перед вашими подвигами хочется все время не восхищаться и преклоняться. Я желаю вам каждый день просыпаться в светлом, добром настроении, чтобы ваше окружение и окружающие вас люди всегда оберегали вас, покрывали любовью, а мы, в свою очередь, всегда окажем вам руку помощи, протянем руку помощи и по максимуму окажем поддержку. В городском округе большое внимание уделяют социальной адаптации людей с инвалидностью. Во многих образовательных учреждениях проходят специальные мероприятия. В клубе для инвалидов «Благо» на бесплатной основе для людей с ОВЗ организованы спортивные занятия. Благодаря муниципальной программе «Доступная среда» в городском округе стало больше пандусов и подъемников.